прошел две войны и дожил до 100 лет. Городские власти поздравили с вековым юбилеем ветерана Александра Михайловича Сачкова. Его биография как учебник истории нашей страны. Окончил аэроклуб, воевал в финскую и Великую Отечественную техникам в боевых авиационных соединениях. Отлично разбирался в механике самолетов, от штурмовиков до легких бомбардировщиков. Демобилизовался в 49-м. Четверть века работал в Ярославском трамвайно-троллейбусном управлении. Ушел на пенсию в должности начальника вагонного отделения. Репутацию трудяги заработал себе еще в авиации. По словам ветерана, командир не хотел отпускать его в запас, ценил за профессионализм. Вот я честно говорю, как он со мной разговаривал. Так и надумал, старшина. Я говорю, да, надумал. Ну ладно, вот давай мы договоримся. Если плохо на работу устроишься, и вторую работу не ищи. Я тебя буду ждать каждый день обратно. Мы все очень гордимся вами, потому что вы один из самых уважаемых, самых почетных жителей города Ярославля. И сегодня ваш юбилей, мы все поздравляем вас, говорим вам слова благодарности. Спасибо. И очень рады, что вы в хорошей форме, что вы читаете свои стихи, что вы вообще молодец. Александр Михайлович, еще раз вас поздравляем. Спасибо за вашу жизнь, за ваш труд, спасибо, за то, что вы своим здоровьем, оптимизмом вдохновляете нас на хорошее дело. А я вам за это благодарю. Цветы вам. А я вас очень сердечно благодарю.